До 30 сентября принимаются заявки на конкурс молодых литераторов «Мост дружбы». Произведения малой литературной формы, не опубликованные ранее, на белорусском или русском языке могут отправить талантливые авторы от 18 до 30 лет из Беларуси и России. Работы принимаются на электронную почту. Итоги конкурса подведут 15 декабря. С 18 по 30 августа в Полоцке пройдет третий этап планового отключения горячего водоснабжения. Он затронет район теплосетей Ксты и Мариненко. Это дома по улицам Мариненко, Петруся Обровки, Короленко, Тургенева, Клещева, Дзержинского, 6-й гвардейской армии, деревня Бельщицы. Горячей воды не будет также в поселке Веснянка. Для воспитанников лагеря труда и отдыха «Нефтеград» организовали игру «Беларусь спортивная». Путешествуя от станции к станции, ребята выполняли различные задания, отвечали на вопросы, связанные с историей и современностью страны. Победители отметили ценными призами. Экологический праздник «Фест» Полоцк, медовая столица, пройдет в древнем городе Беларуси 14 августа. На площади Франциска Скорины развернутся концертные и арт-площадки, пройдут мастер-классы для детей. Здесь же можно будет приобрести мед у пасечников из разных регионов страны. Начнется праздник в 10 часов.